На улице листопад, а это значит, что у владельцев частных домов осталось совсем немного времени, чтобы привести территорию своих приусадебных участков в порядок, очистить от листвы, пожухлой травы, обрезанных веток кустарника и плодовых деревьев. А чтобы горожанам не пришлось платить за вывоз такого мусора, Управление коммунального хозяйства городской думы объявляет о начале проведения ежегодной акции «Сбор зеленой массы на административной территории Даугавпилсского городского самоуправления». До наступления зимы нам нужно собрать листву в парках и скверах, а также с территорий, которые находятся в виде небольших обслуживающих организаций и владельцев частного сектора. Эту зеленую массу полигон в Демене примет от нас бесплатно. С 23 октября по 6 ноября в микрорайонах города будут установлены металлические контейнеры, в которые жители Даугавпилса смогут совершенно бесплатно выбросить зеленую массу. То есть мусор биологического происхождения, который собран на близлежащей территории частной собственности. В течение 2 недель мусорные контейнеры будут находиться на перекрестках улиц Апшу Нометню, Денвиду Даугавас, Гротнес Баускас, Рексту Апеню, Транспорта Кайнику, Венспилс Ливену Гродня, Уденс Базница, Шуню Ликснес, Достоевска Ошкална, Ирбью Вентес и Мера Гроднес. Обращаем ваше внимание, контейнеры будут установлены только для сбора зеленой массы, а не для бытовых или строительных отходов.